Казахстанская сборная вернулась с азиатских игр с 10 золотыми медалями. И, как заявили спортивные эксперты, это оказалось самое провальное участие наших спортсменов в континентальном первенстве. Впереди нас оказались не только Китай, Япония, Южная Корея, но и Узбекистан с КНДР. Накануне сборную Казахстана, несмотря ни на что, встретили в аэропорту Алматы с цветами и поздравлениями. 524 атлета, которые представляли нашу республику по 30 видам спорта, привезли 80 медалей разной пробы. Это позволило команде занять 5-е место в общем зачете. Но по золотым медалям, их всего 10, Казахстан спустился на 11-е место. Тогда, как обычно, наша страна не покидала топ-5. Такой результат эксперты уже назвали худшим. Все потому, что раньше наша сборная забирала не меньше 15 медалей высшей пробы. Впрочем, разбор ошибок и подведение итогов ни Национальный олимпийский комитет, ни Министерство спорта пока не делали. Но уже заявили о нарушении прав казахстанских боксеров. Якобы некоторых откровенно засуживали в пользу других стран. А кое-где даже заподозрили гендерные махинации. Теперь комитет планирует восстановить справедливость. Получили информацию, что у данной спортсменки возможны некие манипуляции с полом. Мы не знаем, достоверно это или нет. Медицинская комиссия Олимпийского совета Азии приняла решение о проведении расследования. Расследование началось в тот же день, сразу после боя. Просто нашу работу не видно, а некоторые аспекты ее нельзя, скажем так, разглашать раньше времени.